Вблизи деревни Палкино Калининского района один из автомобилистов поздно вечером снял на камеру смартфона прогулку заячьей семьи прямо по проезжей части. Как рассказывают местные жители, нашествие этих животных они наблюдают каждую весну. На видеоролике, который прислали на портал Panorama.pro, запечатлено, как мама-зайчиха выгуливает двух зайчат по проезжей части. Следующие мимо автомобили нисколько не смущают ушастых гостей. Как сообщают жители деревни Палкино, зайцы здесь чувствуют себя очень вольготно и даже нисколько не стесняются заходить в гости прямо на усадебные участки. Водителям, проезжающим по дорогам Калининского района, особенно по вечерам, стоит быть внимательнее.